Всех приветствую, с вами Булавцев Михаил, и сейчас я хочу рассказать вам, как можно оплачивать свои заказы Ariplayem и оплачивать услуги сотовой связи, интернета без комиссии. В последнее время в терминалах нашего города Саратова, думаю, и у вас ситуация такая же, стала взиматься комиссия в размере 8% за оплату своих заказов Ariplayem. Сумма, конечно же, значительное, если делать хорошие заказы ежеквартально. Поэтому хочу рассказать вам, как можно сэкономить данную сумму. Делюсь с вами информацией в данном видео, но в то же время не рекламирую какие-то конкретные банки. Итак, советую вам завести карту Сбербанка Momentum. Карта оформляется в день вашего обращения в банк. Она бесплатная, нет ежегодного обслуживания, срок действия карты 3 года. После окончания срока действия вы просто с паспортом приходите в банк и вам меняют карту, выдают новую. Имея данную карту, счет, привязанный к данной карте, вы можете через Сбербанк онлайн оплачивать все свои заказы, сотовую телефонию, интернет и кучу других платежей. Итак, получили вы карту Сбербанк Momentum у себя в Сбербанке, подошли к терминалу, подключили услугу мобильный банк. Есть два мобильных банка, один экономный пакет, который бесплатный, другой платный. Сколько платный стоит, не помню, так как он в нашем случае не интересен. Подключаем мобильный банк «Эконом». Если что-то не получается, просим сотрудника помочь. И уже дома заходите на сайт Сбербанк, заходите на сайт Сбербанк онлайн. Такой вот сайт. Видите логин, пароль, но у вас их еще нет. Нажимаете кнопку «Регистрация». И здесь вам необходимо будет, от вас требуется сама карта и номер телефона, ну, телефон, к которому подключен мобильный банк, который вы подключили в терминале в отделе банка. Вводите номер карты на лицевой стороне длинной и нажимаете кнопку «Продолжить». Далее действуйте по инструкции, которая у вас будет на сайте. Итак, вы зарегистрировались в Сбербанк онлайн и теперь входите в сам личный кабинет банка. Вводите здесь свой пароль, логин и пароль. При входе вам придет смс-подтверждение на номер телефона, указанный в мобильном банке. Вводите смс-пароль. И заходите в личный кабинет. В личном кабинете у вас отображаются все вклады, счета, кредиты, оформленные в Сбербанке. Удобно переводить средства с счета на счет совершенно бесплатно, без комиссии. Удобно переводить деньги другим пользователям карт Сбербанка, также без комиссии. И сейчас мы рассмотрим оплату нашего заказа в Ariplayem. Нажимаем кнопку «Переводы и платежи», и здесь, чуть ниже, у вас будет поисковая строка. Вбиваем Ariplayem. Нажимаем кнопку «Найти». И вот нам предлагает оплатить Ariplayem Cosmetics, сетевой маркетинг. Нажимаем на него. Здесь выбираем карту, счет для оплаты и вводим регистрационный номер. Ввожу свой. Сейчас он проверит, выдаст мою фамилию, имя, отчество в качестве подтверждения. Вот видите, то есть я не ошибся номером, мой номер консультанта Ariplayem. Вбиваете сумму платежа и нажимаете «Продолжить».
Вам придет также смс-подтверждение на сотовый телефон, вводите, и ваш платеж будет совершен. Абсолютно без комиссии, без каких-либо дополнительных процентов, вы, сидя дома, сможете оплатить свой заказ Oriflame. Спасибо за внимание. С вами был Булавцев Михаил.